всем добрый вечер. С вами ОМЗАП-сервис. Принимаем машину с эвакуатора. Привезли Kia Cerato. Сейчас будем смотреть. Нет зарядки, но предварительно порвался приводной ремень. Бывает, но так или иначе, посмотрите, чем грозит. Если не заглядывать под капот и не проходить ТО, не обращаться в сервис для профилактических работ. Сейчас пойдем в сервис, посмотрим, что там у нас происходит. Ну вот, смотрите, что мы имеем. Приводной ремень привода навесного оборудования генератора, компрессора, кондиционера порвался. Разложился, так сказать, на клинья, на составляющие. Опять же, попал под гур, намотало частично что-то. Но вот это не с этим связано. Нечаянно я доломал. Но я так думаю, мы сейчас предложим человеку новую вот эту декоративную крышку от пыли и грязи. В принципе, что может быть причиной? Первое. Сам ремень, усталость, не меняли. Второе, заклинивание каких-то роликов, либо некачественный сам по себе ремень. Ну, в принципе, сейчас в диалоге с клиентом попытаемся узнать историю, предысторию. И, в принципе, поработаем с этим делом. Ну, как-то так. Меня зовут Константин, я автомеханик. Начинаем разбираться с данным автомобилем. Автомобиль к нам прибыл на эвакуаторе с проблемой обрыв ремня навесного оборудования. Ремень запутался во всех роликах. Сейчас все ролики зажаты. Будем распускать, разрезать, распутывать, проверять все ролики, наличие люфтов. Натяжной ролик. Отсюда вижу, что будем менять. Ну, сейчас все снимем, разрежем и посмотрим все более детально. Добрый день, с вами компания ОМЗАП. Для тех, кто проживает не в московском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. Оборвало какой-то контакт ремнем. Сломало фишку на насосе. Намотало вокруг натяжного ролика. Натяжной ролик уперся в шкив коленвала. Довольно-таки сильно. Ролик сейчас в клине. Сейчас будем распутывать, снимать, оценивать. Он вообще развалился. Что случилось с нашим роликом? Шкив коленвала пропилил. Сам ролик разобрался. Имеет конструктивные повреждения. Осматриваем дальше остальные все ролики. Это под замену. Вот так вот более зрелищно. Лапша из ремня, да? Кто заказывал спагетти? Обводной ролик имеет люфт. На камеру, наверное. Ну, если оператор сейчас приблизит, можно будет увидеть. Что касается помпы. Помпа, все хорошо. Генератор, хорошо. Компрессор кондиционера. Допустимо, с учетом того, что через один имеют люфт. Посмотрим еще раз, почему у нас все-таки подумаем, почему у нас так произошло. Представляем ситуацию, то, что все у нас стоит вместе, все работает. Ролик разваливается. Болт, который прикручен, который держит ролик,
зажимает внутреннюю часть. Что у нас случилось? Натяжной ролик разобрался. В этом месте у нас ролик уперся в шкив коленвала. Ремень разрезала вдоль. Вот и причина. Ободной ролик поменяем сразу, дабы устранить подобные ситуации еще и с обводным роликом. Идем на приемку, докладываем мастеру-приемщику о причине неисправности и ставим новые запчасти. Он развалился, уперся в шкив в колено, и поэтому его вот это натяжной. Вот это не выбрасывать, мне лично в руки отдать. Вот. Покажу ребятам, лично потом. Имеем ролик натяжителя, развалился, уперся в шкив коленвала, закусило и порвало ремень вдоль. Отлично. Со шкивом все в порядке? Колено, да, ободной ролик тоже под замену. Ободной под замену, натяжной с... Под замену, да. Принял, все хорошо. Мотор завели, цепи исправные, ничего цепи не перескочило. Мотор работает ровно, исправно. Глушим. Обратили внимание, как шумит цепь? Пробег автомобиля сейчас его увидел в районе 190 тысяч. Напишем рекомендации к замену цепи. Ролики нам запчасти все принесли. Откручиваем. Новый ролик оригинальный, идет сразу с болтом. Поэтому просто прикручиваем его. Новый ролик. При установке надо не забываем, что у нас есть посадочное место, чтобы ролик поставить именно в том положении, в котором он должен быть, никак по-другому, ни под каким-либо другим углом. Как, прям как в песне. Нашла коса на камень. Так, что-то пошло не так. Что пошло не так? Ай! Бежали. Брат, оператор, подержи вот здесь, пожалуйста, вот так вот прям, ага. Спасибо тебе, брат, оператор. После установки ремня всегда смотрите, чтобы ремень стоял в клинях везде. Во всех пазах. На данном автомобиле, также на Солярисах, Kia Rio и на седах, ну, такие, скажем, легковые автомобили. Это у нас компрессор кондиционера, шкив генератора и насос ГУРа. Ну, про шкив коленвала я вообще молчу. Машинка нуждалась в техническом обслуживании. Автомобиль остается на зарядке аккумулятора. Минут 15 после этого мы отдаем машину клиенту. Ну что, ремонт по нашей Серато выполнен. Помимо проблемы с ремнем, заменили масло в моторе, заменили воздушно-салонный фильтр. В принципе, осмотрели автомобиль, все полностью готов к эксплуатации. Поэтому будем выдавать. Подписывайтесь на наш канал. Всех благ, удачи, пишите комментарии, задавайте вопросы. Пока!